Nikomu ne nazni blog. Hova! Едем в одно супер интересное место, координаты будут там. Чтобы что? Снимать самолеты! Зоточку по городу, мимо мусоров, выгони для меня на руку, на бурсло. С гор спустился на осле, дверь в антиновом седле. Снял седло со сла, перешил на два чехла приору. Я не вижу ваших рук. До центра сотен меньше двух. Подними своя рука. Справа дверца без замка. Там мы едем. Мы приехали. Тихо. Слышишь? Никого нет. Рюкзак со снарягой. Стабилизатор. Дрон. Дрова. Приборка. Штатив. Весла. Палатка. Пенка. Стабик. Камера. Камера номер два. Приборочка. Зачем нам приборка? Лодочка! Лодочка надувается, ножечка покачивается, а свист стоит, как глист и фернс-лист. Я дальше не придумал рифму. Прошел год. Лодочка надута! Северное сияние. Но сейчас не светит. Ты смотри, у нас тут целая лодка всякого дерьма. Есть мои прекрасные. Оберни. Оп. Фига у нее экран. Ага. Не хухры-мухры, это GoPro. Мы с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Погнали. Ты лодку забыл. Бугры. Чё-то пока ни одного бугра. Санёк, твой бульвар. Бугры. 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 Привет. Привет. Пробуй. Ну да. Пофотал за бутылку. Это лайк. Здорово! Мне тут пришла посылка от Санты. Давайте проверим, что внутри. Анпак! Игорь Романенко Николаевич. Та-дам! Аллилуйя! А что сегодня? Корпоратив. В вашей галерее еще кто-то стреляет. Пожалуйста, не бегите за стрелами. Там злодей всю жизнь не хотел пострелять по людям. Так, нет. Смотрите, сразу на него, да? А что такое? Пойдем, сейчас мы тебе дадим крагу и будем учить тебя стрелять. Не работает. Нечестно, чувак. За что понадобится? А почему конфер запрещен? Пропаганда? Пропаганда. Пропаганда войны, насилия. Секс и наркотиков. Да, я тоже думал, гомосексуализм. Я профессионал, не знаю, это все. Он ни в чем не виноват, а? Положи нож. Убей! Весна победа. До города я добрался, видимо, один, потому что нас было где-то человек 12, но решился я идти на вокзал. Ваше здоровье. Да, год был, в общем, достаточно тяжелым, ну, хер с ним, с ковидом, киберпанк провалился, но это же... Нормально, 40 FPS я играю. Это очень-очень круто. Космические анусы! Куру ешь!
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами джуниор геймдизайнер команды SpaceOS. Третье место на турнире лучников. Эстриал 70 метров с олимпийской дистанции. И поражал свои цели довольно точно. Если вы знаете мультфильм «Рик и Морти», то там была серия, где Джерри, короче, он устроился на новую работу, он говорит: «Не знаю, как это получилось, я просто полз, и это продолжало работать. Я тоже полз, это продолжало работать». Изучал ли я целенаправленно геймдизайн? Нет. Если вы в камере, человек, который хочет ворваться в геймдев, вы хотите делать игры в команде, трудиться и дарить игрокам радость и счастье, но вы не знаете, как сюда попасть, то просто продолжайте ползти. Продолжайте ползти, это рано или поздно сработает. Как сработало в моем случае. Мне очень понравились подарочки, вот. И это просто лучшее, что я получал во всей своей жизни. Вот. Спасибо. Это был довольно сложный год, но сейчас хорошо. С Новым годом! Пацаны сделали новую версию игры. Она такая охуенная. Что я не уверена, что это YouTube пропустит. В эту игру прям надо обязательно поиграть, хотя бы для того, чтобы посмотреть на будущее мобильных игр. Это как киберпанк, только лучше. Всем привет! Меня зовут Дэн, и, короче, да, может быть, я совсем сошел с ума, но я сегодня буду рекламировать геймдев вообще как индустрию. Олдфаги помнят игру «Принц Персии», где было место с огромной пропастью, и ты просто не понимаешь, как ее перепрыгнуть. И фишка была в том, что нужно начать идти, и тогда прямо под тобой появляются ступеньки. Работа в геймдеве – это работа с технологиями на гребне волны. То есть мы, допустим, делаем какую-то штуку, мы пытаемся использовать все возможности, и буквально там завтра может выйти новый софт, который вот как эта ступенька прямо перед нами появляется и расширяет нашу жизнь. То есть происходит постоянно. Это постоянно развивающаяся индустрия. И она абсолютно удивительная, как оазис, как рай, потому что все сейчас в России живут довольно херово, но почему-то в нашей индустрии все живут отлично и не знают никаких проблем. Обучиться этому легко, просто берите интернет, садитесь, смотрите YouTube, смотрите видео, все это есть в избытке вообще в огромных количествах. И фигачьте в геймдев, вы будете самыми счастливыми людьми на земле. А, и там есть все профессии, абсолютно все, сценаристы, художники, режиссеры, бизнес-девелопмент, маркетинг, геймдизайнеры. Программирование, все, что хотите, вы сможете раскрыться любым образом, потому что мы создаем целые миры. Целые миры. Вот народ, это SpaceOS, корпоратив. С одной стороны, тяжелый год, с другой стороны, охуенный год. Казалось бы, да, вот ну кто мы? Мы просто инди-студия, которая вообще нонейм, и мы никому не известны, но мы хотим стрельнуть. И, черт побери, надеюсь, это у нас получится. Вот такое происходит. Всем привет, друзья, коллеги, товарищи, родственники, клиенты. Вы такие все классные и замечательные. Спасибо вам большое за этот год. Он был просто супер. И мы увидимся с вами в новом 2021 году с более крутым, никому не нужным блогом 2.0. И все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи в новом году, подарков и радости. И... Give me everything I want. Come on, I'll give it all to you.
see you late and I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, can I eat your ass? I'll jerk as soon as you can. You had a lot of dicks, had a lot of dicks. I had a lot of time, had a lot of time. You had a lot of dick chasing, but you ain't had mine. Dear Chasey Elaine, I wrote to complain, you'll never rub me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You had a lot of dicks, had a lot of dicks. I had a lot of time, had a lot of time. You had a lot of dick chasing, but you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show them titties. Now show them titties. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show them titties. Now show them titties. Would you fuck me for blow? Готово. Круто. Ча-ча-ча. Ууу. Тикток, что ли?